Всем привет, ребята, всем привет, с вами Ахамплей, и сегодня мы будем проверять кейсы с донатом на окупаемость на моем сервере Холмакрафт. В общем-то, сидел я и думал, что бы вот поделать и как понять, окупают ли кейсы свою стоимость. Собственно, один кейс с донатом на моем сервере стоит 20 рублей, вот, собственно, здесь вы видите как бы все донаты, все расценки. Суть ролика такова. Я открою ровно 100 кейсов с донатами. Вот я, смотрите, у меня ровно 100 кейсов с донатами, есть ключи для них, точнее. В общем-то, здесь у меня есть вот такие блоки. От VIP до Home. Получается, если мне выпадает, допустим, VIP, то я беру вот угольный блок. Сейчас я все эти блоки возьму к себе в инвентарь сюда. Так, и взял в другой последовательности. Прекрасно. Придется их перекладывать. Вот, получается, от VIP до Home у меня есть блоки. Если мне, допустим, выпал VIP, то я ставлю блок вот на VIP. В конце ролика мы посчитаем, сколько каких донатов мне выпало. И подсчитаем, сколько они в сумме стоят. И проверим, окупят ли они свою стоимость. Но я уверен, что окупят, потому что получается сколько... 100 кейсов с донатом стоит ровно 2000 рублей, если покупать по одному кейсу. А, ну, тут как бы выбить, не знаю, того же панду, и или там, ну, в общем, я уверен, что кейсы окупятся, причем немало так окупятся. Поэтому, ну, собственно, вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Так, откроем первый кейс. Кстати, сразу хочу сделать для вас конкурс. Этот конкурс будет на две привилегии. Вот сейчас мне выпал VIP. Получается, вот я ставлю сюда блок. Собственно, я разыграю один VIP. Один донат VIP. Вот сюда. Ну и вот эти предметы. Хотя, да, один донат VIP плюс вот эти предметы. И еще в конце ролика я открою один кейс. И что из него выпадет из последнего кейса, то ту привилегию я тоже разыграю. Так, мне выпал премиум. Премиум — это у нас железный блок. Так, давайте дальше открываем. Собственно, ну я уверен, что кейсы окупятся, так как я старался максимально сбалансировать стоимость каждой привилегии каждого кейса, чтобы он окупался. То есть он, ну, как бы... Вот. Так что, ну, в прошлый раз на кейсах с предметами мы окупились. В общем, так как я понял по просмотрам и лайкам, вам эта рубрика понравилась. Я забыл, что мне выпало. Я не помню, но, по-моему, мне выпало этот премиум, если я не ошибаюсь. Я просто... Да, не VIP выпал, премиум. Я просто забыл посмотреть, что мне выпало. Вот так вот бывает. Заговорился и в итоге не посмотрел, что выбил. Не, ну не какой-то дорогой донат точно там был. Это как бы точно могу сказать. Так, погнали. На кейсах с предметами мы окупились в прошлый раз. Но сегодня я решил проверить кейсы с донатом. Так как, ну, проверить, окупаются ли они. А то вдруг они не окупаются, и это будет как-то, ну, печально, если они не окупаются. Но я уверен, что они окупаются. Не, ну, ребят, ну, мы уже 100% окупились, как бы. Мы вот одну привилегию Хома выбили, и сразу мы окупились уже на сколько? Где-то на 1950 рублей окупились. Неплохо тогда. А это я только какой кейс открыл, на секундочку? Сколько у меня кейсов стало? Сейчас вот это открывается. Так, премиум. Нормально. Так, у меня осталось сколько кейсов? У меня осталось 93 ключа. Получается, за 6 ключей мы выбили Хома и сразу же окупились. То есть, ну, собственно, шансы все вы можете посмотреть. Но при этом, вот на Хому шанс 2%, но при этом он выпадает достаточно часто. Мне даже интересно, сколько за сегодняшний ролик мы выбьем, собственно, привилегий Хома, там, ну и таких вот по типу Титанов сейчас выбили. Титан-то тоже неплохо. Он как бы
Тоже немало стоит. Ой. Что вот это было сейчас? Так, ребята, извиняюсь. Технические шоколадки были, как говорится. Кое-что там слетело. Запись слетела, короче. Ну, я поправил все и вот, собственно, снова с вами, как говорится. Вот. Ну, собственно, за это время я ничего как бы не открывал, поэтому... Поэтому. Собственно, открываем дальше. Так, опять же повторяюсь, в этом видео будет конкурс на две привилегии. Как бы одна из этих привилегий будет VIP, и вторая привилегия посмотрим уже в конце ролика, так что досматривайте ролик до конца. Собственно, о, лорд выпал. А прошлое мне что выпало? В прошлом мне VIP выпал, да? Или нет? А, да, в прошлом мне выпал VIP. Или не. В прошлом мне выпал премиум. А потом мне выпал лорд. Я уже запутался. Ой. Это не обращайте внимания. Это я добавил плагин на Battle Pass, на квесты. Собственно, ну, пока что он на этапе настройки. И как бы да. Иногда вот такое вот случается, что вылазят какие-то надписи. Но это не важно, я пока не перевел плагин, но не настроил до конца. Но скоро все сделаем. Так. Что нам выпадет сейчас? Нам выпадает опять премиум. Чуть часто премиум выпадает. Прям. Премиум больше всего выпало. Хотя шанс на него, типа, ну, поменьше, чем на VIP. Интересно. Ладно. Так, открываем дальше. Так, панда проехал, и нам выпал лорд. Лорд уже второй раз выпадает. Ну, мы уже как бы окупили стоимость этих кейсов, хотя открыли мы всего лишь-то сколько? 13 кейсов. Но уже окупились ого-го как. То есть прям очень много окупились. Так, открываем далее. В общем-то, нам сейчас выпадает император. Император, ребята! Нам выпадает император стоимостью 760 рублей. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Так, далее. Так, это платинум. Да, это платинум нам выпал. Стоимостью 380 рублей. Так. Но мы уже как бы окупились. То есть уже как бы понятно, что они окупаются. Так, мы выбрали хелпера. Да, 1350 рублей. Вот, ну, как бы мы уже окупились. Но я все равно открою 100 кейсов и посчитаю, насколько мы окупились точную цифру. Потому что, ну, интересно же, интересно, ребята, согласитесь. Так, нам выпадает платинум опять. Платинум это неплохо. Так, опа. Неплохо так мы уже выбивали. Нам еще ни разу панда не выпал. Даже хома выпадал уже, панда не выпадал. Печально. Ждем панду тогда. Так, VIP. Ого, тут куча VIP подряд. Так, ладно. Ставим VIP. Кстати, ребята, это открываю кейс я на своем сервере HomaCraft. Собственно, IP вы видите прямо сейчас на экране, ну вот в табе. И, собственно, в описании под роликом IP этого сервера тоже будет. Собственно, я часто тут играю, в общем-то, заходите, может быть, даже получите какой-нибудь подарочек лично от меня. Как бы у нас стабильно 20 TPS, онлайн пока небольшой, ну, собственно, вы сами видите. Но сервер развивается, мы открылись только летом, получается. Вот. Ну, сервер небольшой, но уже такой неплохой, уютненький. Собственно, в конце ролика я тэпнусь еще на спаун, покажу вам, как там все красиво. Так, а пока что мы выбиваем титана, кстати говоря. Неплохое. Так, это у нас получается 1950 рублей. Второй титан выпал. Так, ждем панду. Нам еще панда ни разу не выпал. Это император, кстати, панда близко был, прям очень близко.
Так, император это у нас изумрудный блок. Вот. Это, собственно, такая как статистика небольшая. Сейчас составим четкую статистику, насколько мы окупимся за 100 кейсов. Так, сейчас нам выпадает, что? Лорд выпадает. Лорд это неплохо. Это 250 рублей. Так, откроем далее. Так, нам выпадает премиум. Премиум у нас стоит сколько? 130 рублей. Так, больше всего нам пока что выпадало премиум. Так, ладно, открываем дальше. Нам выпадает... Что нам выпадает? А нам выпадает лорд. Еще один. Что-то лордов стало больше сыпаться. Так, опять квесты вылезли. Так, это... Он уже скоро догонит и VIP, и премиум. Неплохо. Так, далее. Нам выпадает почти панда. Но выпал VIP. Жалко. Так, вот премиум... премиум и VIP идут пока что наравне. Интересно, кого... Ну, типа, какого какая привилегия выпадет нам больше всего в конце ролика. Так, и нам выпал император. Император это, кстати говоря, 760 рублей. Это неплохо. Он уже почти догнал этого лорда. Открываем далее. Премиум выпал. Премиум это у нас 130. Ага. Да, пока что премиум идет выше всех. Но может быть к концу ролика может все поменяться. Не знаю, там опередит какой-нибудь, не знаю, там платином или император. Так, а нам сейчас выпал кто? Я забыл, кто нам выпал. Вот почему в чате не пишет? Иногда пишет. Так. Вроде бы нам выпал VIP, если я не ошибаюсь. Да, вроде VIP. Я могу ошибаться, но вроде бы нам выпал VIP. Да, уже, конечно, вечер, я уже путаюсь. Но вот все равно записываю ролик. Эх, завтра мне еще рано вставать, ехать. Ладно. Так, нам выпал император. Император же, да? Да, нам император выпал. Ну, собственно, вот я уже, ребята, к вечеру встал. Но все равно записываю для вас этот ролик. Потому что, ну, собственно, хочу вас порадовать новым роликом. Ну, кстати... О, там Хома был. Так, нам выпал VIP. Так, VIP это у нас угольный блок, если я не ошибаюсь. Да, угольный блок. Ага, он уже опередил этого, как он называется, премиум. Так, откроем далее. Так, нам выпадает премиум. Премиум это отлично, я считаю. Премиум это замечательно, он уже догоняет VIP. Он уже догнал VIP. Так. Сейчас нам выпадает VIP опять. Кстати, панда был недалеко. Ну, кстати, ребята, мой канал смотрит 26,2% без подписки. Так что, ну, подписывайтесь, собственно. Как бы... Вообще, снимал для вас ролики, а вы не подписываетесь. Вот как так? Целых 26% смотрят канал без подписки. Это ж вообще много. Так что подписывайтесь. На 150 подписчиков будет достаточно крупный конкурс. Наверное, самый крупный за историю. Хотя, может быть, и нет. Ну, конкурс будет в любом случае. Потому что, ну, как бы, цифра не маленькая. 150. Это как бы не так мало. Так что, ну, подписывайтесь. И ждите конкурс. Так, панда приехал, император приехал и выпал премиум. Премиум это наш железный блок. Так, вот сейчас они ровно наравне прямо с випом идут. Давайте, ребята, ставки в комментариях. Какого доната к концу ролика будет больше? Премиум или вип? Ну, выпал титан. Титан это у нас вот это. Нормально. Нам еще ни разу панда не выпал. Почему, мне интересно? Там вроде шансы на него даже
Ну как, поменьше, чем на этого. Так, почти хома выпал, я уже испугался. Прям испугался уже. Почти выбил хому. Так, далее. Открываем далее. Так, нам выпадает опять титан. Нормально так. Титан уже императора догнал. Еще чуть-чуть догонит лорда. Мне прям самому интересно, насколько, на какую сумму мы окупимся к концу ролика. Так, нам выпал VIP. VIP, ну 20 рублей. Ой, 10 точнее. 10 же, да? Да, 10 рублей. Ну, получится, один кейс с донатом стоит 20 рублей. И VIP — это единственная привилегия, которая не окупает один кейс. То есть все остальные привилегии окупают кейсы. Так, платинум. Платинум. Так, опять панда проехал, нам выпадает премиум. Премиум, премиум, премиум. Кстати, VIP его обогнал уже на два блока. Так, далее. Ребята, далее открываем. Так, сейчас вот этот кейс, наверное, открою. Так, нам выпадает VIP. Ребята, VIP. Неплохо. Так, далее. Ладно, ребята, наверное, сейчас я поставлю на паузу, и когда останется где-то 25 кейсов, то я вернусь к вам и продолжу, собственно. Так, ребята, я вернулся, осталось ровно 25 ключей, вот можете посмотреть. 25 ключей осталось, собственно, вот такую вот статистику мы с вами как бы набили. Сейчас покажу. Вон, даже, типа, ну, VIP пока что опережает премиум, причем намного. Прям очень намного. И у меня до сих пор не выпал один, ни одного панды. Мне выпало еще один раз хома, но панда ни разу не выпал. Печально как-то. Ладно, давайте откроем эти 25 кейсов оставшиеся. Подведем итоги. И, собственно, решим, какой второй приз будет в конкурсе. Так, ну-ка, ребята, ставим. VIP еще один выпал нам. Да, VIP что опережает премиум. Ну, конечно, это логично, потому что у VIP процент выпадения целых 20, а у премиум всего 15. Кстати, нам выпал титан. Неплохо. Получается, вот, да. Так, о, все поставил. Так, ну-ка. Открываем следующий кейс. Нам ни разу не выпал за ролик панда. Это прям странно, да. Он император выпал только что. Как бы у меня хома, самая дорогая привилегия на сервере, выпадал больше раз, чем панда. Панда ни одного раза не выпал, хома два раза выпал. Вот как это понимать, ребята? Вот после этого верить им кейсам, да? Так, платинум. Платинум — это у нас 380 рублей. Неплохо. Так, продолжаем. Так, нам выпадает, что нам выпадает? Нам выпадает VIP. VIP, конечно, могло быть и лучше. Но ладно, в принципе. Так. Так, и нам выпадает VIP опять. Ну что ж такое? Один VIP сыпет. Ну-ка. Ставим. Летим обратно. Так, потерялся немножко. Открываем дальше. Нам выпадает Helper. Helper — это неплохо, это сколько? 1350 рублей. Нам Титан выпал сколько? Ну, много раз. Так, получается, следующий кейс открываем. Нам выпадает Титан опять. Нам уже много раз выпадал Титан. Он прям вообще. Чуть статистика пока неровная получается. Должно быть, по идее, ровно, но что-то как не особо ровно. Так, VIP опять. VIP — это неплохо, но может быть и лучше. Как думаете, ребят, насколько тут рублей VIP-ов нападало уже? Мне кажется, не, ну, рублей на 200, ну, не знаю, 400. От 200 до 400 тут точно, мне кажется, есть. Хотя, может, и нет, может, я ошибаюсь. Ну, в принципе, в конце ролика посчитаем. Так, премиум.
Нам выпал премиум. Это очень даже неплохо. Так. Ёшкин кот. Да. Немало уже так мы открыли кейсов. Сколько на секундочку кейсов осталось? Так, вот что я пишу. Осталось 15 ключей, ребята. 15 ключей, 15 кейсов. Так, нам выпадает VIP опять. Не, мне кажется, должен хотя бы один панда за рулем выпасть, что-то вообще не падает. Как-то печально. Я что-то думал, что панда будет выпадать часто. Потому что на сервере он вообще часто раньше выпадал. Сейчас он вообще что-то не выпадает в ролике. Это странно, ребят, да? Так, нам выпадает что сейчас? Премиум. Так, нам выпал премиум. Это значит, мы летим, ставим блок. Возвращаемся обратно. Так. Так, сейчас нам выпадает что? Нам выпадает лорд. Лорд с шансом 9%. Угу, неплохо. Так. Открываем далее. Нам выпадает что? Нам выпадает? Нам выпадает опять лорд. Что-то я думал, что до титана докрутится. Ну ладно. Лорд так лорд. Так, опа, откроем дальше. Что я быстро прям полетел открывать. Так, VIP. Там 30 раз, даже больше, за ролик выпал VIP. Это где-то рублей на 320 рублей примерно выпадал VIP. Может меньше. Так. Угу. Еще один VIP. Ну, немало так. Мне кажется, уже... Не, ну один VIP не окупает, конечно. Как бы только випки не окупают нам все эти кейсы. Но, в принципе, ладно. У нас помимо випов тут еще куча донатов выбито. Так что, ну, как бы да. Так, сколько кейсов осталось? Осталось 8 ключей. Уже скоро будем подводить итоги. Путаюсь в словах немножко. Бывает. Так, еще один вип. Так, вот. Уже почти до облаков достроил. Вообще. Так, открываем дальше. Нам выпадает. Что нам выпадает? Хелпер. Неплохо. Хелпер это у нас что? Это лазуритовый блок. Нормально. Кто мне пишет? Я занят. Так. Так, сколько кейсов? Опять проверю. 6? Да, 6 ключей. Так, нам выпадает. Ну, панда проехал. Так, VIP выпал. Так, ставим. Летим обратно. Так, что? Что выпадет? Император? Неплохо. Император выпал. Нормально так. Так, что нам выпадает сейчас? Это вроде как финальная пятерка уже. Так, выпал VIP. VIP, VIP, VIP. Так, ой. Так, опа. Так, у нас сейчас осталось сколько? У нас осталось 3 ключа. Так, открываю. Получается один. Нам выпадает VIP опять. Что ж такое? Так. Так, второй открываю. В этом втором кейсе нам выпадает что? Нам выпадает премиум. Неплохо. Так, последний кейс. Последний же, да? Да, последний кейс. Что из него выпадет? Собственно, я разыграю как второй приз в конкурсе. Погнали. Так, давай что-нибудь хорошее. Хоум, не знаю. Там. Давай. Инвип. Не. О, премиум. Ну, хоть что-то выше VIP. Выпал премиум. Собственно, и премиум я тоже разыграю. Вот, получается, разыграю VIP и премиум. Неплохо, так. А теперь, ребята, самое интересное. Подсчитываем итоги. Так. Получается, сколько раз нам выпал VIP? Так, сейчас давайте поставим день. А, я же могу просто дейт прописать. Ну ладно. Раз, два, три. Так, стоп.
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 раз нам выпал VIP. Получается, мы... Ну, сколько? 36 умножить на 10... Это 360 рублей мы получаем с VIP. Потом прибавляем премиум. Премиум это у нас сколько? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20 раз нам выпал премиум. А, получается, нам надо 130 умножить на 20. Верно? Верно. Так, получается. Это у нас будет 2600. 2600 плюс 360, или стоп, а ну да, плюс 360, то у нас будет 2960, потом далее, ребят, сколько раз нам выпал лорд? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 раз нам выпал лорд по 250 рублей. Это будет 250 умножить на 14. Это будет 3500. 3500 плюс 2960. 2960. Это будет 6460. Так, платина на сколько раз выпал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз нам выпал платинум по 380 рублей. Это получается 380 умножить на сколько? На 6. 2280. Теперь мне надо к этой сумме прибавить 6460. Это будет 8740. Теперь императора. Император нам выпал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раз. 760 умножить на 9. 760 умножить на 9. Это будет 6840. К этой сумме мы прибавляем, получается, сколько? 8740. Это мы получаем 15580. А потом helper. Helper нам выпал 1, 2, 3, 4 раза по 1350 рублей. Это нам надо 1350 умножить на 4. Это будет 5400. К этой сумме нам надо прибавить 15000. 580. Получаем 20980. Так, титан. Сколько раз нам выпал титан? Нам выпал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз титан по 1950. 1950 умножить на 7. Это будет 13650 плюс 20980. Получается 34630. Панда нам ни разу не выпадал за ролик. И Хома выпал 2 раза. По 3950. Так, это получается 3950. Надо умножить на 2. Мы получаем 7900.
И к этой сумме мы прибавляем 34 630 рублей. Итого с 2000 мы окупились, с 2000 потраченных на 100 кейсов с донатом, мы окупились вниманием на 40 530 рублей, ребята. Это немыслимо. Мы потратили, получается, 2000 на 100 кейсов с привилегиями. И в итоге окупились мы на 40 530 рублей. Нормально так. Нормально. Я, честно говоря, в шоке. Я думал, ну мы окупимся там, не знаю, тысяч на 10. Ну максимум на 15, но не на 40. Я в шоке, ребята. Теперь мы как бы все знаем, я и вы в том числе, то, что кейсы на моем сервере — это реально окупаемая вещь. Получается, сейчас я оставлю здесь set home, чтобы все это потом убрать. Ну, собственно, не забывайте про конкурс, вот это все я разыграю, ну, собственно, донат премиум, донат VIP, плюс вот эти предметы, ну, у себя в Discord сервере и группе ВК, ссылочки будут в описании. В общем-то, сейчас телепортируюсь на спавн и показываю, как тут все красиво сделано. В общем-то, это все мы строили сами, с моей командой. Собственно, я и моя команда все это строили вручную. Даже World Edit почти не использовался. Все это строилось, декорировалось вручную. Собственно, ну и также по спавну спрятано несколько промокодов. А если быть точным, то сколько, на секундочку? Если я не ошибаюсь, 5 промокодов, да? 1, 2, 3. А не, 4 промокода спрятано на спавне. И один из промокодов я скажу вам прямо сейчас. Он будет в закрепленном комментарии. Ну и также я прямо сейчас вам скажу. Этот промокод называется осень, нижнее подчеркивание, 2022. За него вы получите, если не ошибаюсь, да, 40% скидки на любой товар в нашем магазине. Собственно, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, HomePlay. До новых встреч и всем пока-пока.